Теперь открыть счет для ИП можно в считанные минуты, не выходя из дома. В Халыкбанк запустили уникальную услугу для индивидуальных предпринимателей, которая позволит бизнесменам 100% онлайн открыть счет в банке в режиме 24/7 и даже в выходные дни. Как это сделать, расскажет Асем Караулова. Бауржан Касымов ведет бизнес в сфере оптовых продаж непродовольственных товаров. Недавно предпринимателю срочно понадобилось открыть счет на свое ИП, чтобы успеть принять участие в новом проекте. Идти в отделение банка у предпринимателя не было времени, поэтому услуга онлайн открытия счета для ИП пришлась очень кстати. Поздним вечером Бауржан, не выходя из дома, открыл счет. За него это у меня буквально минут 5, может быть 7, не более. Функционал мне очень понравился. То есть это было быстро, удобно, счет уже сразу же был активен, и на следующий день, в принципе, можно было бы, чтобы счета суммы поступали на этот счет. Дистанционное открытие счетов для ИП – это совершенно уникальная услуга даже по мировым меркам, благодаря возможности двойной идентификации клиента. Помимо привычного видеоподтверждения личности, можно открыть счет с помощью своего ЭЦП на портале электронного правительства. С момента запуска услуги более 10 тысяч предпринимателей уже открыли счета в Халыкбанк в дистанционном формате. Нужно было синхронизировать два процессы. Это процесс идентификации на стороне ЕГОВ, процесс идентификации на нашей стороне. Вот. И здесь поработали дизайнеры с нашей стороны ЕГОВ, для того, чтобы этот процесс был максимально комфортным, понятным. Стоит признать, команде разработчиков это удалось. Деловые казахстанцы оценили новую услугу. Открыть счет для ИП в любое время суток и без посещения банка на самом деле просто. Достаточно зайти на сайт openaccount.halykbank.kz, ввести свой мобильный номер, подвязанный к базе ИГОВ, и пройти простую регистрацию в онлайн-банк. И все. Для сравнения, в любом банке такая процедура займет минимум полчаса, а онлайн всего 5-10 минут. На сегодня в малом и микробизнесе задействованы 900 тысяч казахстанцев. Более 20% из них уже клиенты Халыкбанка. И это число постоянно растет. Ведь теперь открыть счет для своего ИП могут даже предприниматели из отдаленных районов, где поблизости нет банковских и почтовых отделений. Асем Караулова, Рената Булхаиров, Думан Сулейменов. Информбюро Алматы.